с вашей точки зрения, сохранена ли функциональность сетей связи, или уже начинаются какие-то негативные процессы, которые в том числе плохо влияют на качество услуг связи, которые получают как клиенты, мы все с вами физические лица, так и операторы на межоператорском рынке. Мы именно производители оборудования связи, то есть для телефонии классической, то есть у нас заказчики как корпоративные, так и большая четверка, пятерка, как я их называю. Вот. Ну, на самом деле, смотрите, то есть санкции, конечно, да, они немножко повлияли по одной простой причине. Там, во-первых, сами операторы, да, ну, как Ростелеком, у них есть запрет, да, то есть если раньше там нам спокойно для сервиса давали удаленный доступ, ну, подключение, там нужно что-то апгрейд сделать, либо это. Сейчас, конечно, так все, это табу на работу и так далее. С точки зрения уязвимости сети, ну, как эксперт, да, могу сказать, то есть на сети очень много, допустим, session board контроллеров известной компании Oracle. Как бы досконально ее никто не проверял. То есть есть ли ее возможность отключить удаленно или нет, никто не знает. Ну, кроме Oracle. Как бы я, допустим, со своей точки зрения предполагаю, что можно. Поменять вот это вот за одну секунду это физически невозможно. То есть все IP-соединения Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС, они сидят на этом оборудовании. Будет оно работать или нет, я не знаю. Атаки есть, поползновения есть. Допустим, ко мне обращались как раз Ростелеком, мы делали анализ. Последнее время это вот эти вот SIP-обзвоны из одной, из нескольких стран. Украина, есть там Австрия была, Польша и так далее. Если раньше это было где-то там в день порядка 2000 звонков, да, то было 200 тысяч. Вот в конце февраля вот мы делали анализ, нас просили, мы смотрели. Все может быть. Поменять за одну ночь всю эту сеть невозможно. Тяжело. Очень тяжело. Решения отечественные, которые заменяют Oracle, они есть. Допустим, есть в нашем портфеле, есть у Protea, есть у Eldex. Почему их раньше не брали? Ну, считалось, что все, что русское, это плохо. Сейчас начинается немножко другое изменение. Но опять же, то есть, это не процесс одного дня. Будут перестраивать сети? Конечно, будут. Сейчас до одного случая упадет, и все обидятся. Там в одной компании очень крупный оператор связи, они мне сказали, даже если Oracle вернется, мы его не возьмем. То есть как ложечки нашлись, осадок остался.